Уважаемые гости, сегодня к нам приехали учащиеся из Дзержинского мактаба «Арафат». Они также подготовили для нас свои выступления. Итак, что-то сидят они. Выходите на сцену. Это наше структурное подразделение мактаба «Ихсан», город Дзержинск. Ребята активно участвуют в наших мероприятиях. Жукахану. Итак, менеджер Маулид Байраме исполняет Диляра Садекова и Алина Амерова. А сейчас, дорогие гости, встречаем Амир Самирханов, стихотворение «Ассаляму алейкум». Ассалям валейкум. Та атада каяшчага, каяшны салямликюн, саумы каяш, сунмес, уча, ассалям валейкум. Тел ачкычи иман берген, сөкле туган телем, уз телем дейсим ассалям, ассалям валейкум. Эй игенче көкрет үстен, карлада синен иген, икмек тотеп салям юлым, ассалям валейкум. Ачык бехет ишикларен, бәхетле булсын һәр кем, әй кардәшләр, милләттәшләр, ассалям валейкум. Аделя Памуртазина с менеджером. Хазирге атачак мунажатым, ахирет күне дип атала. Бисмиллахи рахман рахим. Ошбу айларда расул килмәде. Булсакчы бизләр аның өммәте. Иман нурлары булсын йөзләрдә. Расул шәфәғәт, қылысыны бізлерге.
бизер, юлларны дизер, иммәтләр килә, дип рәсул китәр, тарифа бирләргә, кирип ятырбыз, Аллах каршына, ничек барырбыз. Кыямат көне мондый авыр кин, бизләргә шәфкат, Раббым үзең кыл, ярлык им дигән, вәгъдәң бар синең, рәхимен салып, хәбибең диген. Азраил килер, жаннарны алыр, иманлы булсак, рәхимен салыр. Ирекле кылма, иблис мәлгүнне, рәхимсез кылма, мені киріне киріне. И Раббым Аллам, рахметің чексіз, сенің рахметің бірде кимеми, ярлықым деген, вәгден бар сенің, рахимін салып, хәбибің деген. Легкаеву Алину со стихотворением «Ля Иляха Илляллах». Яратам мин анимне, яратам атимне, Аллардан биле яратам рабым Аллах теліне. Ля Иляха Илляллаху, Ля Иляха Илляллаху, Ля Иляха Илляллаху, Мухаммад Расулуллаху. Яратам мин дустарымны, яратам туган жырны, Аллардан берек яратам Расулубез Мухаммадны. Ля Иляха Илляллаху, Ля Иляха Илляллаху, Ля Иляха Илляллаху, Мухаммад Расулуллаху. Яратам мин элибаны, чем башка китапларны, Аллардан берек яратам изге Коран керимны. Ля Иляха Илляллаху, Ля Иляха Илляллаху, Ля Иляха Илляллаху, Мухаммад Расулуллаху.